Администрация железнодорожного района рассказывает, на каких самарских предприятиях есть работа. Всего в регионе более 41 тысячи вакансий. Например, самарский гипсовый комбинат нуждается в штамповщиках, электросварщиках, резчиках металла. Тольяттинской больнице требуется ортопед, участковый и медсестра. Специалисты нужны и на другие предприятия. Подробности можно уточнить в телеграм-канале районной администрации. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки рассказывает о возможности для родителей, имеющих детей-инвалидов, получить место в стационаре вместе с ребенком. Причем с 1 января 2023 года бесплатные кровати питания положены взрослым, находящимся в стационаре с ребенком-инвалидом любого возраста. С ребенком может находиться родитель, усыновитель или опекун, член семьи, например, бабушка или старшая сестра. Место и питание положены сопровождающему, если у ребенка есть статус «ребенок-инвалид», и он не может ухаживать за собой, самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве, общаться и обучаться, контролировать свое поведение. С детьми до 4 лет в стационаре можно находиться независимо от наличия инвалидности. Спальное место и питание при этом предоставляются бесплатно. Телеграм-канал администрации промышленного района сообщает о коллективе школы 154, который стал победителем конкурса народной и стилизованной хореографии. Лауреатами первой степени стали младшая, средняя и старшая группы образцового хореографического ансамбля школы 154. Также коллектив получил специальный диплом и грант за лучшую балетмейстерскую работу. Победа была одержана среди сильных участников со всей России. Телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям.